Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в Divinity Original Sin 2 и продолжаем пока что собирать рыбу в подвале рыбного склада, про который нам собаки сверху говорили, что тут что-то прям страшное, ужасное, и мы пока ничего страшного здесь не нашли. Я думал, может быть, здесь будут скрываться какие-то некроманты там, да, или убийца тот, которого все ищут. Ну, все магистры ищут убийцу. Искусство убийства, пирокинетика, мастерство охоты. По-моему, не сильно полезное для нас колечко все же. Рыбу собираю, не знаю зачем. Можно попродавать будет, конечно. Попробовать ее потом когда-нибудь. Факел, что? Рукавицы простые. Это не прок был талисмана этого. Талисмана удачи или везения, да? Это просто какие-то рандомные рукавицы мы нашли. Так, пусто. С этими штуками мы ничего сделать не можем. Хорошо. Давайте вернемся сюда. Я хотел что еще сделать? У меня тут насобиралась куча картин, которые много весят. Давайте мы их сразу Лоуси скинем, к примеру. Ну, выбросим в ведро. Кошель мы тут нашли, тоже где-то в прошлой серии подобрали. Тоже его скинем куда-то. Колода карт выбросить. Не нужны нам карты здесь. Так, ну хорошо, 30 килограмм еще, 25 там есть каких-то, да? И норм. Вот такие вот бочки мы находим, помеченные. Один бочонок с рыбой стоит поодаль от других. Он запечатан и помечен крестом. Что-то в нем кажется вам знакомым. В кресте или в бочонке? Сломать и вскрыть бочонок. Да, мы уже ломали и вскрывали эти бочонки, они испускают облако яда, которое, собственно, взрывается при соприкосновении с какой-нибудь свечой, да? Так, журнал охраны. Давайте прочитаем. В этом месте самое важное для нас — безопасность в подвале. Пушки прибыли. Размещение турельных пушек «Божественный 2000» завершено. Никому не заглядывать в дуло. Давайте возьмем этот дневник. На всякий случай, может быть, пригодится для чего-то в дальнейшем. Божественный 2000. Это сильно. Так, что у нас тут? Восприятие, военное дело. Ну, интересно. Вот, тряпок немного. Можно будет что-то скрафтить. Какую-то одежду, может быть, да? Оп, тихо, тихо. Закрытый замочек. Давайте взломаем его фейном. Я взламывать не умею уже, к сожалению, ничего. Опознать. Наручная дубина. Волшебная, эльфийская. Стрелы, зелья, лечение. Обмен рыбы пустоты. Сообщить доктору, что он может забирать свою рыбу. Меняйте рыбу, кладите ее в бочку с рыбой внутри. А? Непонятно. Ну ладно. Может быть, потом поймем, что это такое. И для чего это вообще. Может, можно будет в какую-то бочку нагрузить всю рыбу пустоты, а потом ее поменять там на что-то, я не знаю на что. Было бы замечательно. Так, это цветы мы нашли. То же самое, знакомый крест. Ясно. Сущность воды. Так, тут вроде бы ничего нету. Рыбешки. Закрыта еще один. Помеченная бочка такая же. Бочонок, истекающий истоком. Запечатан и помечен крестом. Вы чуете знакомую вам силу, исходящую от него. Она пульсирует в ваших венах, в вашей душе. Тревожно оглядеться по сторонам. Жидкий исток привлекает дурных гостей. В темном сыром подвале ничего не шелохнется. И все же вы ощущаете давящее присутствие.
Вот сейчас, наверное, что-то и будет, да? 8000 опыта получили. Внутри вы обнаруживаете не рыбу, а оружие. Мощное оружие, похожее на то, которое магистры забирали из гулких топий. Нет? Никого? Арбалет прикованной души. В металл этого арбалета кузнец заковал чей-то дух. От оружия с гудением исходит энергия истока. О, стоимость мне нравится у этих вещичек, но они вроде как-то ничего особо из себя не представляют. Ладно. Опа. Здрасте. Здрасте. Аура сопротивления огню. Отлично. Топ. Просто шикардос. Лучшее для нас, что могло быть. Блин, как их много. Вот это жесть. Так. Иммунитет. Аура. Короче. У тебя аура. У тебя аура. И у тебя аура. О. Так, что мы будем делать? Давайте подумаем. На удивление, ни у кого нету этих палок волшебных на... На урон огнем. Так, знаете, что мы сделаем сейчас? У тебя. У кого тут аура? У тебя аура и у тебя аура. Да, давайте мы сейчас, наверное, телепортом снимем вот это тело с аурой. Тоже поставим его сюда. Так. В следующем ходу я подчиняю себе, очаровываю вот это гибельное исчадие с аурой. У нас, ну, как раз, да, через один ход. Как раз у нас будет тоже аура сопротивления к огню. Хотя бы так. И пока что давайте мы что будем делать? Какие у нас тут есть вообще варианты? Вариантов не так много, как хотелось бы. Но ядом травануть можно. Давайте тогда я, наверное, адреналинчик сразу Сибилушки использую. И ядом можно, да, и ослепляющим светом тоже. Слепота, в принципе, ну, она там шанс попасть уменьшает, да? Точность на 35% уменьшает. Немного, конечно, но все равно... Пойдет. А можно, кстати, камнем куда-нибудь зарядить, замедлить. Пару-тройку тел. О, давайте сейчас. Аура. Да, давайте фокусить вот этих двоих первым делом. Хорошо. Фейн отхватил разочек. Так. И давайте смотреть. Ну, первым делом очаровываем вот это тело с сопротивлением к огню. Угу. Дальше используем адреналин. Вызываем элементаля. Только вот куда мы его вызываем? Вот сюда он получит огненный урон. Вот это я, да, не подумал об этом. А, можно... сейчас я придумал. План капкан. Вызвать элементаля вот сюда. Так. Наделяем его силой. Так. Дальше он чаржится вот сюда. Вот сюда. Отлично. В нокдаун обоих. А теперь вертуху еще. Отлично. Нечистая, грязная, я сотру твое пятно, Сибила. Так. Дальше у нас есть замечательная дрожь земли. Которая мне очень нравится. Которой можно...
Я даже не знаю, как... Блин, хочется, конечно, вот сюда долбануть. Наверное, мы лучше тогда не дрожь земли используем, а пронзание. Аура. Аура у этих двоих. Нам нужно вот этих двоих фокусить. Так. Пронзили маленько. Немного урона, конечно. Но... Все же, так, и ядом не достану, да? Вот сюда можно. Так, а можно убрать? Нельзя, ясно. Что-то они не то получил. Почему-то я поэтому не попадаю. Где-то он валяется не там, где я хочу, чтобы он валялся, наверное. А, так, еще можно разочек ослепить всех, кто тут подошел или подходит, наверное, или может, опять же, дрожь земли. По всем нам, да, неприятно будет. А, кстати, у нас же есть замечательные ошеломляющие разряды, к примеру. Давайте. Что? Алло. Я думал всем урон нанести. А где урон? А где урон? Где весь урон? Я не понял. Что-то пошло не по плану, похоже. Ладно, бафнемся. Что-то пошло не по плану. Так, хорошо. Наш подконтрольный этот... Наша личинка подконтрольная долбит потихонечку других. Да-да-да, иди сюда, как раз. Отлично. Вот здесь все дружно и стойте. То, что нужно будет. Говорящие эти, конечно, личинки, это сильно чит. Так. Траванем ко всех. По-моему, хорошо зашло. Ой-ой-ой. Но у нас иммунитет был. Хорошо. Я согласен. На иммунитет. Так. Аура. Давайте вызываем, наверное, тотем. Тотем. Кровавый тотем. Хорошо. Как у нас дела? У Фейна, у Сибилы уже нет физической брони. Поэтому Фейн сейчас починку использует. Окей, немножко мы, конечно, но все-таки восстановили броню. Можно еще один какой-нибудь кровавый тотем поставить, наверное. Было бы неплохо. Два очка действия, да? Или вызвать элементаля, или ядом... Ядом я не попаду сюда. Можно сюда, конечно, ядом долбануть по этим двум товарищам. Ну, типа того. Ладно, и пока что заканчиваем ход, оставим единичку на следующий ход. Так, бьют всех по чуть-чуть, это меня радует на самом деле. Теперь, у кого тут получается? У тебя аура сопротивления? Получай. 10 отравления на десятку его долбанет, а кто его знает? Давайте и этого тоже стукнем сейчас, вот так, а потом какую-нибудь ауешку зарядим и добьем этих двоих. Так. Эта штука еще под нашим контролем. Согласен тогда. Вот красиво будет. Всем худы, пацаны. Так. 11 хп у этого осталось. И 2 хп... Ну, 2 как раз ядом добьем, я думаю. Без проблем. Так, тебя бьют, ее бьют, поэтому можно... А, кстати...
Мы можем сейчас как раз рокировочку сделать. Например, вот эту гадость, да? Например, поменять... недопустимая цель. Нет, не то. Не то, что мне бы хотелось. Ладно. С рокировкой не сложилось. Давай на себя вешай тогда уклонение, если вдруг тебя захочет кто-то еще ударить. Это было больно, слушайте. Что-то прям жестко взорвалось на 100 с лишним урона тут везде, на 160. Отхвати. Так. Блин, теперь в этой каше непонятно, где кто вообще. Ну, во-первых, вот это тело, которое... Где оно? Алло? Вот это, с аурой... Блин, на него починку тоже повесили, отлично. С аурой уже расчаровалась, поэтому нужно его снова зачаровать. Давайте посмотрим, мы можем вот это тело добить, да, сейчас? Типа добили, хорошо. Так, а очарование у нас, ой, еще не скоро появится, ну как раз в принципе, да? Давайте посмотрим, где есть еще вообще кто-то у нас тут. Надо, можно... Нет, так не получится. Этого иммунитет от ауры. Ну, получается, у нас только одно тело с аурой осталось, да, походу? Которое вот это. Сюда на воду не получится тотем, к сожалению, поставить. Было бы хорошо. Давайте мы вот просто физический тотем поставим где-то сбоку. Пусть себе стреляет. Бафнем элементаля еще немного на магическую защиту. И пока что я заканчиваю ход. Хорошо. Конечно, Лоуси никто ударить не захотел на этот ход. Пошли бить. И куда-то он решил отступать. Ладно. Хитрый тактический маневр, наверное. Дрожь земли. О, кстати, вот так вот сразу видно. Подсветочкой работает. Давайте долбанем. И поэтому бахнул, ну так, елки-палки. Так, и еще, наверное, тотем поставим, пусть постреливают потихоньку. Это был хитрый очень план, стрельнуть в бочку. Ну да ладно. Так, вот это нам нужно тело, да? Давайте мы его, хотя мы его сейчас заочаруем. Может, тогда и не будем его сильно фокусить. Так, я даже не знаю, стоит ли мне подходить, потому что будет больно. Каждый метр будет, буду получать урон. Так, хорошо. Давайте теперь очаровываем снова. Все, теперь эти будут гореть. Наконец-то они будут все гореть. Что мы можем еще сделать? Магическую броню на кого-нибудь еще кастануть напоследок. Эта штука урон наносит небольшой, кстати. Заморозит. Я, кстати, не знаю. Вот у нас тут везде кровь. Заморозится ли эта кровь, которая проклята и которая горит? Давайте попробуем. Я это пока... Для меня все это загадка. Наверное, ничего не произошло, да? Просто охлаждение повесили на этих червей. Так. Но теперь они горят. Теперь они наконец-то горят. И Сибилушка может
зажигать. Правда, теперь зажигать-то особо некого. Вот в чем проблема. Те сверху стоят, они нам не мешают. Давайте, наверное, вот этих двоих. Все-таки у луча урон побольше. Мы, кстати, могли перед лучом жертву плоти еще разок использовать, о которой я забыл. Давайте сейчас ее используем. И кинем огненным шариком сюда. Вот, наверное, так, чтобы задеть и этого. А, у него как раз аура, да. Его мы не заденем в любом случае никак. А так, заденем двоих? Да, хорошо, задели. Окей. Окей. Что мы можем тут делать? Давайте вот огненный тотем поставим теперь. Пусть фигачит по вот этим. Наверное, а мы будем... Что мы будем делать? Мы пока будем... Кстати, можно еще силой насытить элементаля разочек, чтобы восстановить ему защиту. А мы пока просто заканчиваем ход. Нужно мимо! Мимо! Так, мы пока будем вот от этой гадости избавляться. Медленно и не очень уверенно, но будем все-таки стрельнуть... Рукой в нее такое, наверное, все-таки. Крови чистой нету, да, нигде у нас, чтобы вызвать элементаля кровавого. Физик будет... Больно будет физику, короче. Ладно, давайте мы тогда сейчас... Тут мы всех добили. Вот эти только, да, двое остались сверху. Замороженные, отмороженные. Ладно. Добили этого и этому немного урон нанесли. Мы, кстати, за них опыт, по-моему, вообще не получаем, да? Я не ошибся, мне не кажется. Так ведь и есть. Так, хорошо. Ему урон идет неплохой. Давайте мы его вот так вот сделаем. И мы лишились... защиты от огня. Но у нас вроде... А, кстати, третий еще где-то есть. Неловко. Надо было этого рукой долбануть, а поэтому смерч зарядить. Так, что мы дальше будем делать? Пока заканчиваем, наверное, ход. Оставим очки действия на следующий. И можем телепортировать, кстати, элементаля вот сюда. Пусть он тут развлекается с ребятами с этими. Так, и долбануть шоком по... О, больно, да? Некропламя заходит больно. Когда взрываются эти штуки, да, походу? Они как раз распространяют это некропламя или что? Я пока не врубаю. Как они? Элементаля нашего-то прессуют жестко. Так, хорошо. Он у нас чистый физик, да? Не достаем. Бежать тоже, наверное, не вариант. Ладно, давайте будем его тоже долбить потихоньку. Можно так, конечно. Давайте адреналин. Мы нет, слишком далеко цель находится. Ладно. Давайте вот так. И давайте вот так. Типа достаю вроде? Да, хорошо. Такс, 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 такс. Ну и пока заканчиваем ход. Хватит, хватит. Блин, в следующем будет как раз этот ходить. Давайте мы... Немного полечим хотя бы нашего элементаля. Поставим тотем вот сюда, например. И все, я больше ничего сделать не могу, разве что посохом сюда стрельнуть. Путь перекрыт. Никак мы... А, вот можно все-таки, да, типа урон какой-то нанести. Ага, конечно.
мимо. О, отлично, что на тотем переключился. И вот, сейчас будет ходить наш элементаль, у которого осталось 30 хп всего лишь навсего. Давайте мы вызовем тотем сюда еще один раз. Вызовем еще элементаля раз. Так. Надо было ближе, да, я что-то не подумал об этом совсем, действительно, согласен. Ой, некропламя, нет, наш элементаль сейчас сгорит. Просто потому, что на нем некропламя. Хотя там 17 физ брони есть, может... Может он выживет, не знаю. Тотем раз. О, так, хорошо. Мы тогда сейчас первым делом бросаем. Так, и теперь вертуху. Фух. Это победа. Спать, 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 спать. Давай, пока все не сгорели. Спим. Спим прям в огне. Прям в некропламени отдыхаем. Все нормально, мы можем. Не впервой же. Отдыхаем, отдыхаем, отдыхаем. Отдых не нужен. Как это не нужен? Да вон все покалеченные. Нужен вам отдых. Блин, а опыта за них не дали, да, вообще? Во. Все равно не отдохнули. Пока, короче, идут три хода, мы отдохнуть и не можем, да? Ну ладно, в любом случае, неплохо. Такая толпища этих тварей была жесткая. Еще и с аурой иммунитет к огню. Это вообще прям... Так. Сейчас теперь бы всех полутать. Но у них тут камушки неплохие на продажу пойдут. Почем они? 60 копеек. Ну ладно, не такие уже неплохие, как хотелось бы. Остатки некропламени почему-то этого остались, да? Странно. Так, вроде бы всех лутанули. Вот эти двое только остались. Фух. Ну хорошо, справились с ними. Вот это, наверное, то самое зло, о котором песики говорили. Может быть, с песиками сейчас А, да, теперь-то у нас проблема. Мы когда выйдем, сейчас нас арестуют и снова в тюрьму кинут. Скорее всего. Это будет неприятно. Так, кошель еще, кстати. А, я этот до него не достал, я понял. Давайте посмотрим, что тут. Пару скумбрий можно забрать нормальных. А тронутой пустотой рыбу я даже не знаю, тронутую. Будем мы забирать? Наверное, пока не будем. Ладно. Давайте я сейчас сохранюсь. Мы выходим наверх и убегаем. Убегаем. Бежим, бежим, бежим куда-нибудь сюда. Оп! Это не твое. Прости. Я не знаю, что я хотел тут подобрать случайно. Куда-то кликнул, наверное, но не страшно. Нам просто от этого уйти подальше хотелось бы. Так, вот это вот уже мое, да? Сейчас мы давайте еще подальше уйдем. А, вот тут бочечка есть. Нас вроде никто не видел, но я не знаю, там как-то хитро работает эта система преступления и наказания. Поэтому пока лучше я уйду куда-нибудь подальше. Так. Рыбная кость. Оп. Это у нас... За ящиками в одной из бочонков рыба слегка колышется. Умоляю, помоги мне. Магистры сошли с ума. Спросить, с кем мы говорим. Я торговец, скупаю барахло, чиню, разъезжаю повсюду, покупаю, продаю книги, если попадаются. Но к исчезновению магистров я никакого отношения не имел. Пожалуйста, помоги мне, я не хочу умирать, и не хочу, чтобы они меня схватили. Обернуться через плечо, проверяя, не следят ли за вами. Шепотом спросить, чего ему от вас нужно. Мне бы только из Дрифтвуда убраться. Боюсь рисковать, вдруг меня заметят. Но если ты сможешь вывести меня из города до Аркса, я уж как-нибудь доберусь.
А, прошу тебя, я все сделаю. Только не показывай им меня. Нельзя, чтобы они меня нашли. А как? А как? Мы ж у нас только один путь через мост, правильно? Ладно, давайте мы скажем ему пока, что ему нужно немного посидеть. Мы город хорошо изучим. Поэтому... Проклятие, быстрее. Я прямо чувствую, как рыба просачивается повсюду. Заверить его, что вы сейчас вернетесь, а потом вы вдвоем уйдете отсюда. Я ладно. Если надо, ну, умоляю вас, возвращайтесь поскорее. Если магистры поймут, что я тут, мы все об этом пожалеем. Немного помолчать, потом спросить, что он имеет в виду. У меня довольно селитра и серы, чтобы на месте этого склада кратер оставить. Умоляю, я не хочу умирать. Но если меня отыщут магистра, я им не дамся ни за что. Ладно, я пообещаю, что вернусь и... это... Пусть он еще посидит немного. Только умоляю, быстрее, они меня скоро найдут. Это вопрос времени. Странный груз. Пропавшие магистры. Интересно, можно ли как-то разрулить будет эту ситуацию с этими магистрами? Можно ли узнать будет, куда они действительно пропадали? И, может быть, этому... товарищу не придется прятаться, да? Это вот как раз тот якобы убийца, которого ищут магистры. В прошлой серии нам они о нем говорили. Вот. Ну, интересно. Интересно. А вот и магистры. Я закрою двери. Не ходите сюда, тут никого нет. Акула, которая улыбается нам. Да, мы такую видели. Сколько же этой рыбы проклятой. Так, это не моя бочечка там стояла. Идем посмотрим дальше тогда. Вроде бы тут мы, да, все нет, не все. Что-то я рыбу эту пропустил. Так что же, считается как контейнер, и там тоже может прокнуть... да, именно. Именно об этом я и говорил. Некромантия и призывание. Неплохо так стоит. Давайте мы призывание поднимем Луси, если у нее еще... Да, наверное, как раз... Как раз это мы и сделаем ей. Так, хорошо. Магистр Рида. Здравствуйте. Ой. Где бы я прятался, если бы я был бы подлым убийцей? Давайте... Попробуем с ним поговорить. А сказать, что в подвале вы обнаружили тайник с оружием истока. Неподалеку в бочке кто-то прятался. Сказать, что магистру, что я никого... Давайте расскажем, наверное. Тайник с оружием истока. Или лучше мы сначала поговорим об этом с... Хорошо, давайте мы сейчас вернемся как раз. Вроде нас уже типа не палят. Вернемся. Перегруз опять, как обычно. Как обычно. Все, Лоуси отдаем сейчас. Жезлы. Вот эти вот два оружия тоже ей. Так. Я хотел поговорить с начальником этого склада. Да, может быть он что-то расскажет и может как-то... Ну, короче, надо будет сейчас с ним побазарить. А потом уже, если что, мы доложим об этом магистрам. Но магистры, может быть, тоже здесь замешаны, правильно? Песик, кстати. Там внизу были плохие штуки, но теперь их... они дохлым пахнут, да. Ты тоже пахнешь не очень. Может, ты плохая штука? Сказать псу, что все в порядке, я убил чудовищ. Так бы сказала плохая штука, а тебя пахнет плохим, и я думаю, ты плохая штука. Вот собака проклятая. Чем это так несет?
Чем от меня так несет? Зловоние, да, на 7 ходов у нас? Это потому что я по этим ящикам-то роюсь постоянно. Так, хорошо. С кем мы тут еще на этом складе не говорили? Сибила на суперскорости пробегала мимо. Рыба. Рыба, кстати, с этой рыбой можно поговорить, наверное, да? Ну или что-нибудь сейчас посмотрим, что с ней можно сделать. Там бочка со слизью. Давайте сохранимся и... А, нет. Нет, я надеялся, что можно с ней будет поговорить. Так, лопаты нам все эти не надо. Идем теперь наверх к вот этому начальничку. Все такие противные тут, конечно. Так. Ну, рассказывай, друг. Тебе лучше уйти. Мне известно об оружии в подвале. О, давайте вот сразу так, поинтересоваться, как отнесутся магистры ко всей этой истории с оружием? Он сглатывает с таким видом, точно у него ком в горле застрял. У тебя вид кого-то, кто может запросто... которого... Боже мой. Ког. У тебя вид кого-то... Кого может запросто настигнуть забывчивость при должной мотивации? А у меня в кармане есть немало золотых. На такую сумму можно неплохо провести время в таверне. 100 монет ты мне предлагаешь? Нет. Я хочу, да, предпочту содержимое сейфа. Ну, давайте так. О, боги, хорошо. Возьми деньги и уходи. Если скажешь хоть слово Джулиану или еще, жди неприятностей. Он возвращается к работе, вы поворачиваетесь к сейфу. Сейф? Где? Это сундук, да, наверное, этот? Да. 300 монет и кувшин за сотку. Не, ну этого мне мало. Я пойду магистрам расскажу, конечно же. Так, сейчас только тут с другими поговорим, ребятами. Бенсон. Эльф, ты тут подозрительного человека не видел случайно? Серый плащ, седая борода, мешок через плечо. О, сообщи, что на рыбном складе вы обнаружили тайник с оружием истока. Оружие истока здесь? Ничего удивительного, что рыба вся прогнила. Божественным клянусь, что кто-то ответит за это злодейство. Срочно мчись к господину Рейнбанду в доке. Я останусь здесь, прослежу, чтобы колдун не ускользнул, пока мы не отвлеклись. Колдун? Какой колдун? Прочесть. Оказалось, совсем не о том, о чем вы думали. Это скорее политический памфлет, обличающий власть и иерархическую организацию общества. Автор использует всем известный образ гранаты огненного смерча в качестве символа, пылающей в груди агитаторов страсти. И сравнение, вся книга в целом оставляет впечатление работы дилетанта. К счастью, в конце книги приведен подробный рецепт изготовления гранаты огненного смерча и точный список ингредиентов. Отлично. Среди простых стишков. Хорошо, очередной стишок. Мы это все уже видели. По 5 копеек. Надо брать эти книги тоже. Так, с Бенсоном мы пообщались. Хорошо. Дальше смотрим. Снова на нас повесилось зловоние. А мы можем тут выйти или нет? Да, можем выйти. Проверим наличие спрятанных сокровищ каких-либо, которых здесь нету. Конечно же. Так, с вот этим мы говорили. Гном мерит вас взглядом с ног до головы, с гримасой отвращения на лице. Пробормотав себе под нос что-то о гномьем достоинстве, он отворачивается. Возразить, что он проявляет недальновидность. В такие смутные времена лучше держаться друг друга. Никто никого не держится, как помер Люциан. Никто никому не желает добра ни среди твоих, ни среди моих, нигде. С тех пор, как алые стали всем заправлять. Подмигнуть и прошептать, что вы тоже небольшой поклонник магистров. Рад это слышать. Уж поверь, настанет день, и мы их скинем со своей шеи. А пока я тренируюсь, вот рыбу тухлую потрошу. Спросить, известно ему ли что-то о беглеце, так неинтересно. Спросить, за что он так не любит магистров.
У меня были друзья, хорошие друзья, и даже не все из них гномы. Аллы посадили их на корабль, отправили в Форт Радость. Доводилось слышать когда-нибудь о Форте Радость? Если тебя туда отправят, назад уже не вернешься. Давайте мистика используем. Сказать, что все возвращается в круговороте жизни и смерти. И что толку от с того бедолага? Ну, прикончат их, и переродятся они голубками или настурциями. Как по мне, это несправедливо. Так вот, насчет магистров и его друзей, которых увезли. Алла их взяли, и точка. Конечно, можно о следующей жизни болтать, но я бы предпочел, чтобы это было получше. Ясно. Пока ничего интересного нам не рассказывают. Так, вот еще одна дверь. И давайте сейчас мы пару бочечек здесь лутанем, потом зайдем в эту дверь. Сколько же рыбы. Так, о, еще тут пару бочек. Сюда не спуститься. Так, хорошо, это мы уже на склад вернулись. Так, где там этот Реймонд? Давайте мы Рида. А Реймонд это у нас... Хороший вопрос, слушайте. Кто этот Реймонд? Это не тот, которого оставили тут. Я, правда, не знаю. О, давайте с песиком с этим поговорим еще. Может, он хотя бы будет рад нас видеть. Плохие штуки под песком сдохли, кажется. Но ты от тебя странно пахнет. Давайте нежить используем. Принюхаться к ней в ответ агрессивно и с сарказмом. А она что думает? Розами пахнет? Слушай, ну не моя же вина, что я силу чую. Я тут не хочу лишнего шуметь. Но плохие штуки, их же надо прогнать. Сказать, что вы убили плохие штуки. От тебя плохие... Да, может, и сама плохая штука, ясно. Короче, подстава какая-то с псами оказалась. Я надеялся, что они хотя бы как-то мне спасибо скажут или расскажут, где нычка какая-то есть. Давайте с этим магистром поговорим. Он же вроде тут был, да? Или нет? Это Джулиан. Так, а где тогда этот магистр? Магистр. Маскировка для контрабанды. Ладно, пошли дальше искать, пока... Может, этому попробуем рассказать еще, да? Типа, он тут за главного остался. Нам говорят, какого-то другого, да, найти? Магистра. Ему доложить. Давайте с этим потолкуем. Да. Он все же хочет, чтобы мы избавились от гномов. Может, тут на складе где-то ходит еще этот... Нужный нам магистр. Давайте Риду еще тоже скажем, на всякий случай. Что там у нас? Рыжик. Рыжик. Куча рыжиков. Рид. Видели... Нет. Обнаружите ли тайник с оружием истока? Господину Реймонду. Ясно. Мы пока просто не знаем, где этот господин Реймонд. Ясно, здесь его нету. Хорошо, пошли тогда дальше. Детишки тут играют в кувалду. Получай, колдунья, бей ее, Далис. Александр, ты помер. Александр, ты же помер. Чур лежи тихо, пока мы не скажем, что ты больше не мертвый. Эй, дяденька, Александр же не обязан оставаться мертвым. Ого, ты что, эльф? Сказать Александру, вы очень надеетесь, что он не воскреснет. Сказать детям, что правила для того и существуют, чтобы их нарушать. Александр может ожить, если хочет.
Ну я же живаю постоянно, правильно? Чем Александр хуже? Ясно, вот так. Получай, колдунья. Давай, Далис, помоги мне надеть на нее ошейник. Черепаха Джонни надевает невидимый ошейник на Мэри Лейн. Получай, колдунья, не будет больше магии истока. Александр и Далис снова спасут мир. Ненавижу эту игру. Подмигнуть, а чтобы там рассказать анекдот, которым она могла бы поделиться с друзьями. Девочка хихикает и бежит обратно к друзьям. Ей снова хочется играть. Какое-то время вы наблюдаете за играющими детьми, потом идете своей дорогой. Ясно. Видимо, смешной анекдот я ей рассказал. Так. Что у нас тут? Пивнушка какая-то? Да? Таверна? Давайте в таверну мы зайдем попозже. Пойдем пока куда-нибудь дальше посмотрим, что тут интересного. Что тут? Ничего тут. Катализатор. Мы нашли. Ну-ка, прокнешь. Чудесно. Две инициативы. На интеллект как раз тоже шмоточка. Хорошо. А еще раз прокнешь на этих пяти бочках? Вряд ли, да? Мне так повести не может. Да, так, эти бочки мы трогать не будем. Сюда мы пройдем? О, по-моему, это как раз, да, возможность выбраться из города таким образом. Вывести этого чувака. Окей. В обход придется немного пройти. Нужно будет просто, да? Проследить, чтобы магистры не шли. Магистры 10 уровня здесь тусят. Ну ладно, идем пока. Кто ты? Рыболов стоит, смотрит на воду и что-то бормочет себе под нос. Женушка меня прикончит, нарежет... 2000 опыта получил. Нарежет новое хлебало, ровно поперек глотки. Что у тебя? Труселя продает. Предположить, что рыба не клюет. Рыба клюет исправно, хотя ты такую есть не станешь. Но у меня другая беда. Сто крат хуже. Я обручальное кольцо в воду обронил. Спросить, в чем дело? Я удочку забрасывал, а вместо этого кольцо улетело, будь оно неладно. Пальцы, видно, не такие толстые стали, как прежде. Заметить, что могло быть и хуже. Спросить, почему он сам не вытащит. Давайте посочувствуем. Он напрягается, изображая на лице печаль. Для моей жены это кольцо — семейная реликвия. Матушка ейная... сняла его с пальца и утопшего папаша прямо тут на берегу. Это печально, потерять фамильную ценность. Он лукаво улыбается. Не, это я шуткую. Пару лет назад у пьяного эльфа в таверне его выманил, без обид. Но все равно, жена беситься будет. Спросить, почему он сам не вытащит кольцо, тут же не глубоко. Я мог бы это сделать, мог бы, но поскольку в кольце есть частичка истока, это может привлечь исчадие пустоты. А при всех прочих равных, между злой женой и исчадием, я все же выберу жену. Ну, наверное, это злая шутка, все же. Сказать, что вы сами поищете кольца. Я не прошу тебя жизнью рисковать ради меня и моих брачных горестей, но если хочется искупаться вперед... Я, да, поищу. Давайте мы сохранимся сразу заодно. Как раз, может быть, мы уровень подымем, наконец-то. Рыба-парусник. Слушайте, она... Ой-ой-ой. Она слишком большая, да, мы ее даже поднять не можем. А куда? Куда идти? О. Всего-то. Молох пустоты! Снова ты, проклятый молох. Вот это да. Вот это да. И этот молох уже 10 уровня, потолще будет, гад.
Все же. Мы еще в воде все стоим. Но эту воду вроде не заморозить, ничего. Так, что мы тогда можем сделать здесь? Лягушки по 400 хп у них, да? И 200 брони. Но если они ничего страшного не будут делать, да, кастовать какими-то злосчастными заклинаниями. Блин. И сопротивление к огню 50% у гадов. Может быть, потому что он в воде стоит, кстати, да, поэтому, да? У нас тоже на самом деле. Значит, что мы можем... А, вот еще, блин, что-то прям их много, слишком. Слишком много лягушек. Они, наверное, стрелять будут чем-то. По нам. Неловко вышло. Ладно, попробуем отбиться. Исток я пока пользоваться истоком не хочу, потому что я не знаю, где его можно пополнять. Ребята говорят, что в городе можно будет банк стоять, но мы пока не нашли. 10-го, а все остальные 9-го. Ладно. Молох. 600. Вот мы, в принципе, можем, да, попробовать снять ему броню и подчинить его. Но 600 все же урона нужно нанести для этого ему. Ладно, попробуем его зафокусить. Сопротивление яда у него, как там, я не помню. 50% тоже. Воздух и земля исключительно. Ладно. Давайте с него начнем. Если что, я щит повешу все-таки от нашего главного героя. Так, мы тогда делаем что? Бросаем камень ему под ноги. Так, и давайте, наверное, молнией долбанем по нему. Теперь используем адреналин. И слепоту на пару жаб. Ну так себе. Не хочется просто вот эту вот поверхность поджигать сейчас. И, наверное, лучше все же слепоту. Больше толку будет. Так, хорошо. И пока что ты заканчиваешь ход. И молох сейчас как раз ходит. Ну, нам как раз целый ход понадобится, чтобы его... 300? Ты серьезно это? Вау. По-моему, можно загружаться. Я, конечно, не спец, но... По-моему, можно загружаться. Да... В воде сопротивление тоже сороковник. Такими тычками по 300. Сейчас пару жаб стрельнет по... Да даже одна жаба стрельнет по Луси, она умрет. Все. Привет. 300 урона. Вау. Хотя, подождите, нам нужно... Оставить очки действия на очарование на следующий ход, наверное. Это я что-то промазал. Вот, блин, еще и промазал. Ну ладно, давайте посмотрим, что почем жабы будут бить хотя бы, да? Чтоб знать. 132. Цель в недосягаемости. Отлично. Отлично. Мы совсем в неудачном положении оказались. Жабы прыгают, ускорение и молнии, да, какой-нибудь сейчас заряжают. 90. Ну да, как раз. Две жабы долбанет и привет. Так, ладно, Фейн. Двести урона еще нужно снять ему. 75. Ну, тут вариантов других нет. Бьем этой штуковиной. Сто девять по Фейну. Так.
Вообще. Давайте лучше так я сделаю. Хотя бы дополнительная защита будет. Давайте еще баф, но тоже немного хп больше станет. Уклонение. О, хорошо. Уклонение, правда, только против атак ближнего боя, но... Но посмотрим. Вот это жестко, конечно. Угу. Ох уж эти прыжки. Ну, хотя бы они не фокусят, да, одного персонажа, бьют как-то по-разному. Хоть это радует. Но немного. Так. Хорошо. Теперь нам надо снять за этот ход 150 ему здоровья. 150 здоровья. Как у тебя еще разок посмотрим. У меня земли нет, у меня воздуха уже тоже нет. Какие у нас есть варианты? То есть это 40. Слушайте, мы даже сейчас не снимем ему все это здоровье. И, блин, это печально вообще будет. Это очень печально будет. Ладно, попробуем. Пятьдесят, да. Никак не складывается. И теперь эта тварь ходит. Проклятие. Что проклятие, кстати, делает? Связь с душ, проклятие. Точность, уклонение, сопротивление понижают. Ясно. Так, я возвращаюсь сюда, наверное. Давайте. А, хотя у меня есть еще адреналин. А ну-ка, 70 урона, да? Сколько? 3 очка действия как раз. Но я 70, наверное, не сниму у него. У меня ядовитый вроде бы, да? А, да, по десятке всего. Блин. Ладно, давайте купол повесим. На нас для начала. Давайте тогда адреналин используем. Ну, тогда... Тогда что? Вызываем тотемы вот этих жаб. У этих жаб давайте посмотрим. У этих, кстати, резист к огню. Ну, это потому, что они еще не на воде как раз, да? Ну, можно, я думаю, вызывать огненный тотем тут смело. Может, тотем сейчас по нему тоже стрельнет. Капелька урона будет дополнительная. Давайте мы бафнем элементали еще разок. И пока что ход заканчиваем. Ну, зря. Ну, Фейн сейчас долбанет по этой гадости и по остальным, наверное, тоже. 85. Так, путы, подожди, сколько урона путы наносит? 30. Нам надо 60. И путы отнимут у него все очки действия, к сожалению. Поэтому я лучше два раза долбану огнем и ядом, да? 30. И еще как раз огненный шар куда-нибудь сюда зарядим. Вот так. Отлично. Так. Ох, 100 урона. Надо спустить эту жабу будет при первой же возможности. А у меня еще заклинания лечения никакого нет, потому что я не брал. Бутылки есть, можно бутылками будет. Все, наконец-то очаровываем Молоха. Аплодисменты, говорит она. Молох теперь на два хода... На два, на один ход всего, алло. А почему на один?
Ну ладно, я потом еще нашим главным героям его подчиню разок. Окей, мы сможем это сделать. Давайте мы Фейну магическую броню восстановим. Хорошо, что, в принципе, эти все твари магией плюют. Наверное, хорошо, не знаю. Так. Их много. Их реально много. И нужно что же этого не только подчинять, но нужно его еще и урон ему наносить кое-как. Так, ладно. Что, давайте я жабу, наверное, как раз как я и хотел, сниму. Куда-нибудь сюда в огонь мы ее поставим. Вот сюда, например, да, и будем как раз сейчас какими-нибудь огненными шарами. Ну, может быть, не сейчас, но будем. Какими-нибудь огненными шарами закидывать. Давайте, кстати, вот сюда обоим плеснем немного яду. Так, хорошо. А ну-ка. Проклятие и ур... Ха-ха. Хороший удар на 500. Одобряю. И еще на 300 одобряю. Так, теперь я подчиняю Молоха снова. А, мне для этого нужно подойти, да? Нет, не нужно. Я достаю, типа... Хорошо, очарование на сколько ходов? Тоже всего лишь на один ход, но, блин, он больно так бьет. Так, хорошо. Меня пока что это устраивает. У него как минимум брони нет, потом путы на него тоже сойдут. Так что можно будет кое-как работать. Я надеюсь. Давайте вызываем еще огненного элементаля сюда. Давайте вызываем еще, например, огненный тотем сюда куда-нибудь. Попал я на огонь? Не попал. Физический тотем. Блин, промазал маленько. Ладно, это нам чисто для отвлечения внимания этих жаб. Чтобы они, может быть, меньше стреляли по нам, больше долбили по всей вот этой вот гадости. Так, жаба отлично прыгает. Молодец, я просто одобряю. Так, элементальчик наш... Может, Молох убьет его, эту жабу следующим ходом, посмотрим. Так, вертухой тут не зарядить. Два хода куда-то идти. Но мне кажется, смысла нет. Лучше мы оставим очки действия на следующий ход. Надо было, может, из электричества выйти. Отлично, еще минус один. 2000 опыта получили. Уровень все ближе и ближе новый. Но теперь... Молох в следующем ходу, да, уже будет не нашим. Или еще один ход у него. Так, мне кажется, что будет не нашим он в следующем ходу. До жабы не достаем, чтобы ее куда-нибудь убрать. Так, ладно. Сколько тут осталось? Немного жаб уже. А ну, кстати. О, 60% сопротивления воде. Ясно. И молнии столько же. Давайте тогда сейчас просто камнем долбанем. Так. Вызовем элементаля сюда. Для массовки, опять же. Чтобы нас казалось, что тоже, типа, много. О. Да, наверное, мы так и сделаем. Или нет? Да-да. Долби всех. Так. И жабу еще разок. Хлоп. Крит на сотку. Это по мне полетел. Надо выпить яду. О, кстати, я сейчас посмотрю, как работает тема одна. Мне вот все интересно было. Так, а вот сейчас вопрос жизни и смерти, мне кажется. Молох наш уже... Молох еще наш, да? Отлично. Все-таки еще наш. Так, хорошо.
Хорошо. Бомби. Ни в чем себе не отказывай. Так. О, блин, зажжем элементаля. Давайте я очко действия оставлю на следующий ход. Мимо? Молох, алло. Ты промазал по этой проклятой жабе, у которой 100 хп даже осталось там, еле-еле. Ладно. Так, у меня здоровье нет. А это значит, что нужно выпить яду. Прежде чем мы выпьем яду, я возьму, использую вторую половину. Во-первых, вторую половину. И использую ее на лоусе, так? Теперь я пью яд. Мне кажется, надо выпить все-таки. Я пью яд, значит. Пью, говорю, яд. При этом Лоуси восстанавливает немного здоровья. И теперь я использую вот эту вот штуковину, которая еще восстановит нам много здоровья. И мне, и Лоуси. О, хотя, слушайте, что-то у меня здоровье там как будто бы и не восстановилось вовсе. Магическая броня. О, много магической брони восстановилось, а здоровье не восстановилось как будто бы. Это плохо. Это плохо. Так, а теперь Молох-то уже не наш. Молох сейчас врывается и просто ваншотит нас всех. Угу. Так все и будет. Поэтому нужно запутать его. Путаем Молоха. Будем надеяться, что у него... А он один тут остался? Ладно, путаем в любом случае его. Будем надеяться, что он не будет никаких заклинаний. Блин, тоже на один ход. Почему на него все дебафы действуют меньше? У него типа талант это, да, как у нас можно взять там. Я сейчас, кстати, бафну себя чистотой разума. Куда? Куда прыгнула жаба? Что происходит? Инкарната бьет, отлично. Это хорошо. А, так, эту жабу мы можем добить. Левел ап, хорошо. Ой, все здоровья восполнили, да? Да, 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 отлично. Топ, просто топ. А, так, и что мы делаем? Дальностью у нашего элементаля определенные проблемы. Ну, недаром мы ему оставили еще дополнительный ход с прошлого хода. По идее, Молох будет стоять на месте, поэтому давайте долбить по этим жабам двум. Ну-ка, ну-ка. Минус один элементаль. Не страшно. Мы нового вызовем. Так. Этот все еще в путах. Путы оставим. Я думаю, да, путы мы оставим еще. Давайте у Молоха, по-моему, как раз сопротивление... Ага, к воздуху. Раз у него сопротивление к воздуху, тогда долбанем... Ну, в смысле, нету сопротивления к воздуху. Долбанем его вот этим разрядом, который, наверное... А, нет, 120 урона нанес. Хорошо. Хоть так. Бафа никакого нет. Разве что вот это, но нам это, по-моему, не поможет. Хорошо, заканчиваем пока что ход. Жаба взорвалась. Мимо! Что ж так-то? Давайте сюда нефтяной тотем. Раз. Насыщение зоркости на элементаля 2. И чё? Другого элементаля у нас... А вот еще один есть. Давайте, я смогу на него? Я могу только на своего, да? Наверное. А, нет? Да, не могу. Не могу, короче, походу. Могу только своего бафать. Ладно. Тогда что, мы просто заканчиваем ход. Хлоп, 75 урона. Проклятие, хорошо. Это не страшно. Проклятий мы не боимся. Так, адреналин оставим на следующий ход, наверное. Давайте его землей долбим. Хорошо. 300 молний долбим. Да-да-да.
красиво. Оставим. Оставим, может быть, даже подойти маленько. Ага, подошел, называется. Хотел оставить единичку на следующий ход, но не сложилось. Так, это он по элементалю по-нашему стреляет. Отлично все. Отлично тоже, по-моему, вполне. Так. С физической броней урон. Надо вот это заклинание поменять на что-то. Хотя оно, в принципе, урон наносит неплохой, да? Само по себе. Оно дебаф не вешает, но урон 190 в данном случае зашел. Урон фантастика вообще. Давайте добиваем молоха. Сколько? 11 тысяч опыта. Красиво. Красиво. Так, ну все, мы затащили. Даже, ну, щит, наверное, нам помог все же. Без щита было бы тяжелее. Так. Мне кажется, все же лучше подойти и зарядить вертуху. По 100 урона каждому. Ну и пока заканчиваем ход. Этот элементаль догорел. Что у нас тут есть такое? Тоже далеко. У него там, да, иммунитет, наверное, к воде. Ой. Ой-ой. Это было не то, что я хотел сделать. Ладно. С тотемом тоже я промазал маленько. Надо было другое вызывать. Адреналин. Адреналин. Ну, можно. И все. 2000 опыта. Отхватывает удар. Элементали, конечно, молодцы. О, а уехал. Зарядил по нам. Добротную такую. Так. А ну-ка, плеточкой, да? Да. 140 урона. Фух. Это потная катка была. 10 уровня. Этот молох, который просто практически с одного удара выпиливает одного нашего персонажа, это сильно. Ладно, нам пора серию заканчивать. Затянулась она немножко дольше, чем я планировал, поэтому в следующей серии уже будем лутать и сдавать квест. Пока что всем спасибо за просмотр и пока. Увидимся в следующей серии.